Всем привет! Это Саша. Продолжаем игру Overland. Какая-то громкая получилась. А вот я вышла. Что здесь происходит? В предыдущей серии мы попали в следующую локацию, но пришлось вернуться, потому что нас там замочили всех троих или двоих. Мы, по-моему, отсюда вдвоем только смогли уехать, я уже не помню. По идее, вот мы можем не спасать вот того третьего, как вариант, не потому что «О, сволочи!», потому что он, по-моему, здесь и умер, или кто-то другой. Вот нас сейчас трое здесь на локации. В предыдущих сериях, когда мы эту локацию проходили несколько раз, кто-то погибал. Либо мы втроем, либо кто-то двое из них, либо все трое погибали, либо кто-то один погибал. То есть, либо мы просто проезжаем мимо. Вариант. Либо мы в четвертый раз, или в какой-то, может быть, стоит и 20 раз пытаться спасти вот этого, так сказать, утопающего. Либо что-то. Но мы в прошлый раз, в какой-то из разов, мы уезжали отсюда втроем. Да, побитые, да, раненые, но уезжали. Но в следующий мы погибали все равно. Потому что аптечек здесь не было. Ни на этой локации, ни на следующей. Бесконечного количества оружия, типа что-то, бутылки там, щиты, нету на локации. Вот. И не всегда до них можно добраться. А еще возникают огроменские пауки, которые встают перед машиной, сбоку машины. То есть в нее не зайти, не выйти некоторым персонажам, не проехать вперед, не сдать назад. Потому что если машина врезается или в такого двойного или в большого паука, который еще здесь не вылезли, но будут вылазить, машине конец. Вот мы, кстати, пешком в один из разов прошлись, и все, и на следующей локации нас просто убили. Потому что спрятаться в машине можно, а если машины нет, то и спрятаться негде. Поэтому я не знаю. Пробуем еще раз с новыми мыслями. Но вот я давно не заходила, где-то недели-две, может, не знаю, плюс-минус. Может быть, с новыми мыслями как-то получится решить эту ситуацию. Я посмотрим. Посмотрим. Я уже не буду делать как в прошлый раз, потому что я не помню. Не помню. Значит, я не буду повторять старых ошибок. Возможно, буду делать новые ошибки, но это мы и узнаем. Возможно, новые ошибки более удачно будут, как сказать, более удачно. То есть новые ошибки, они могут привести нас к тому, что, чтобы взять. Давай считывать, а? Нет, давай-ка, не знаю. Как-то подожди, давай считывать, правда. А, новые ошибки могут привести нас к другим результатам, вот что я имею в виду. Другим. К. Да, смотрите, я взяла, все, смотрела, тебя насчитано два раза, это я помню. Вот, к другим результатам. То есть ошибки могут быть ошибками, но они нас приведут к другому чему-то. Я пока вот сюда встану, хочу здесь стоять, не знаю почему. Так, да, сейчас будет нас атакать. Вот это я хочу пойти. Вот это вот хочу оттащить. И толкать. Блин, туда. Это плохо. Это плохо. Можно отмену действия? Мне такое не нравится. Потому что нам нужно еще туда прийти. Давай сюда. И вот это будет тянуть. Отсюда тянуть или толкать. Тянуть. Или толкать. Давай тянуть будем. Блин, я дальше стала. Так, ладно, дорогая моя, ты что у нас делаешь? Ты у нас далеко в опасности, в безопасности, непонятно. А, нет, там вот эти вылазить. Это опасно. Может, отмену сделать? Я, короче, не помню, кто где. Стоит ли мне кого-то дубасить? В это все занято. А, давай будем помогать сразу спасать и сразу валить. Вот что мы сделаем. А что, я все, не могу больше ничего сделать. Ну-ка, отмену сделаем и попробуем сразу переместиться, чтобы взять мы сразу не можем. И когда мы приехали, кстати, на эту локацию, здесь говорили, мне нужна аптечка, тра-та-та, человеку нужна аптечка. У меня аптечки нету. В этих всех банках, склянках я искала аптечки, не было. Поэтому я не знаю, как, откуда мне взять аптечку. Ладно, давайте конец хода.
Вот та вот под, в опасности в огромной, потому что скоро будет вылазить всякая нечисть вот прямо отсюда. Давай Хизер будет тащить, тянуть и толкать, как говорится. Тянуть. Так. А той мы не можем, а той мы еще пока не можем, потому что мы еще не поздоровались с ней. Когда мы пожмем той руку, тогда та сможет пойти к машине, там еще куда угодно. Что, я еще могу тянуть? А сколько раз ему тянуть? Интересно, интересно. Давай попробуем еще раз потянуть. Это будет как бы за два хода, типа, или что? Ну-ка, ну-ка. Да, в принципе, я тут пройти могу. Просто я не уверена, могу ли там пройти, действительно. Нет, не могу, здесь как бы занято. Ладно, хорошо, давай еще потянем. Оттолкнуть. А, нет, я не буду ломать свой... Да что ты делаешь, блин? Нет. Еще тянуть. Зачем толкать? Тянуть, тянуть. Вот так. Теперь мы туда пойдем. А, блин. Блин, да, это неудобно. Зря мы туда натянули, натолкали. Ладно, давай. А куда она потянет-то? На то толкать уже, может. Зря мы это сделали, конечно. Она тебе будет в любом случае заперта. Толкать. Ну ладно, пусть толкает. Посмотрим. Ничего страшного. Зря промотали все. Давай еще мы потолкаем тогда. А, так она может пройти. Все, пойдем. Давай, здрасте, сделаем. Пригласить. Пригласить, говорю. Че? Лё. Здрасте. Смотреть. Неизвестно. Да-да-да. Неизвестный незнакомец. Все, мы поняли. Но нам нужно. Неизвестно, пожитки пусто. Нам нужно поздороваться ему. Или я уже могу на него приключиться? Нет. А что мне показали? Здравствуйте. Пригласить. А, я не могу следующим ходом, да? Хорошо, хорошо. Все. Смотреть, выйти. Так, а здесь я могу еще что-то сделать? Нет, уже не могу. Давай конец хода. Все, сейчас поползут эти гады. Как-то нормально они лояльно относятся ко мне. В этот раз все, приглашаем. Приглашаем и валим. Привет, привет, давай к нам. Николь, Николь, Николя. Все настроено, и ей нужно, этой Николяхе, забраться уже в машину. Она пока не может, да? Потому что тут места нет. Хорошо. Так, ты можешь уйти к машине, либо туда пойти. Дело в том, хотя не знаю, вот если этот двойной встанет перед нами, перед машиной, и этот здесь же будет, либо хотя бы один из них останется, то мы уже не сможем проехать сюда. Они сейчас стоят так, что в принципе сейчас бы, если нам уехать, то мы бы вот так уехали. Но если они станут, если можно так, конечно. Я не помню, как можно ехать. Так, ладно, давай в машину. Давайте все в машину полезут. Так, ты тоже давай в машину. Идешь, нет? Давай. Так, ты сюда. И третий чувак нашей команды. Блин, а третий? Почему на третьем не могу ходить? Совсем что ли? А ты что, не хочешь никуда? Мне так удобнее всего, как вот они. Мне так все видно, все я вижу. А, есть отмена, отмена сделать. Отмена. Отмена. Ну и что, если я вот этой хочу? А, вот. То есть я не воспользовалась. Просто давай, забирайся, потому что... Ну, забирайся и все, короче. Так. Дальше. Сортировать мы не можем, чтобы бензин не тратился. И... А, хорошо. А теми мы будем уже идти. Все, это давай сюда. Попробуем так по-быстренькому. Вот, без всяких кровоубийств этих людей, не людей, этих ёжиков не пробовала. Все время пыталась их... Ага, все, они так устали, что там скоро, наверное, вообще не проехать. Кроме этих кровоубийств я не пользовалась. Тем самым
почему опять двоих показывает? А почему третью не показывает? Мы же поздоровались с ней. Почему он не может войти? Странно. Так, ладно, давай залазим в машину. И чё? Так мы же ее пригласили, тут третью. Она что, не успеет или что, я не понимаю? По идее, мы можем уехать спокойно, без драки вообще. Просто без драки. Если они, конечно, с нами не погонятся. Так, мы завели машину и ехать пока не можем. Если сейчас вот эти двое придут к нам вот сюда, вот все встанут, то все, это конец. Так, конец хода, то есть пока мы не едем, да, хорошо. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Успеем ли мы? Давай сюда. Все, и следующий ход, по идее, он... Ай-яй-яй-яй-яй! Он подкопался куда-то. Под машину. Да вот, блин, сейчас взорвется. Мы валим. Уйди, иди, в смысле, мы... Вот, блин, подкапон. Они еще и подкапываются. То есть мало того, что они преграждают путь, и на них, если наехать на двойных, то все, к машине конец. На одиночных можно сбить, и машина немного начинает дымиться. Если на двойного заехать, то машине конец. То есть мы без машин, здесь вот сразу арава. Здесь даже с бомбежкой какая-то, вот вообще что такое. Нужно достать бензин, и мы с той машины ничего не взяли, да? Вот сколько было у нас с собой палка и это. Там у нас был и бензин, и все что угодно. То есть можно, по идее, перезагрузить день и, и пересортировку сделать. Пересортировку в машине, когда мы все загрузились. Чтобы у всех в руке был какой-нибудь этот... Это не тем. Нам нужно загрузить день заново. Или уже не загружать. Давай попробуем, если здесь не получится. Ну, здесь очень много, не страшно. Вот этих вообще фиг убьешь. Я, по-моему, ни разу не убивала таких еще. Так, что у нас? Нам нужен бензин, говорят. Но его, по-моему, здесь нет. Я не вижу. Я вот здесь померлся и в прошлый раз. Так, это бесполезно что-то брать, у меня и так полные руки. Давай ты иди за банкой. И бери ее. Это, конечно, так себе оружие, но... Ну вот, хоть что-то. Так, тебе вообще там стоять? Может, тебе нужно забраться? Давай, иди заберись, потому что... Видочек у тебя так себе. А, где-то я видела. То есть, когда мы все вспомнила. Здесь есть этот самый бензин. Просто я его не заметила в прошлом. Он где-то вот сверху что-то. Сейчас покручу. Или вот вообще другой был вид. По-моему, не такая дорога была. По световой местности. Что-то не крутится, да? Эй, без мышки не крутится. Не так крутится. А, нет, крутится все. Так, без... А машина тоже... Машина тоже дымится. Это же такси машина. Где-то я видела под каким-то из этих чебуречков. Вот таких не было, да, тоже. Были такие двойные, а вот таких не было еще. Короче, где-то стояла канистра. Вот где-то в такой мест, в той стороне. Ну, что-то я не помню, что дорога была двойная. Еще мне кажется, что она не зря двойная, что, возможно, придется как-то вот сюда объезжать. Но здесь уже стоит этот таракан. Не ясно мне.
Тут есть щит. Это хорошо. И вот эта машина тоже как щит. Но топлива я по-прежнему не вижу. Так, ладно. То есть она у нас не едет. А назад я могу пойти? Нет. Назад я пойти не могу. Здесь что? Зачем мне сюда идти, да, с другой стороны? Ну, не знаю. Хоть куда-то надо идти, поэтому я пойду сюда. Так, пусть сидит. Посмотрим, что здесь. Вот когда они стали двигаться, я увидела где-то... Вот, и вот эти пауки, они... Ой. Что же происходит? Сейчас они проткнут машину, она взорвется. Вот что было в прошлый раз. И все. То есть надо, я так полагаю, с предыдущей локации тащить бензин сразу и ехать. Но как сразу ехать, если тут они были вот это вот? Садиться сейчас в машину вообще нельзя, нужно из нее выходить и бежать назад. Тут просто вообще не пролезть, Я не знаю, что здесь делать вообще. Нужно вылазить. Так, умный момент. Придется нажать на паузу. Продолжаем наши попытки продвижения. Так, звук сейчас добавим. Еще раз, продвижаем наши попытки продвижения. Так, нас окружили, и все плохо, да? Да-да-да, третью в машине мы ее вытаскивать не будем. Я уже здесь не пройду никуда. Это у нас бутыли. Давай вот этой вот, мадама, и швырнем-ка вот в этого. Убить? Она с одного раза убьет? Ничего себе. Интересно. Не стоило сюда заезжать. Это точно. А куда ехать-то надо было? Я вспомнила. Я вспомнила одну вещь. Что на карте можно было выбрать, заезжать куда-то или не заезжать. И я куда-то заехала. Это вот перед этой, перед предыдущей локацией, там был выбор карты куда-то в ней. Ой, сейчас взорвется. Или не сейчас, не знаю. Куда-то ехать, и, короче, вот. Блин. Может ли она отодвинуть? Посмотрим вот эту машину в следующий раз. Так, ладно, что мы той? Что? Вот это может пойти и взять вот эту. Давай. Ты хоть и это больная вся, но давай возьми. Бутыль, потому что надо долбить всех и... Все делать, короче. И вот, а, пока все, да? Вернуться ты не можешь, да, уже? Не можешь. Ладно, а что у нас? Так, сортировка, посмотрим. Это у тебя с чем бутыль? Просто бывают бутыли с топливом. А бывает без топлива. Не знаю, с топливом, с топливом. Так, третья мадама. Что у нее? Она может забраться, может пойти... тащить куда-то. Что он вот эту то ли сожрал, то ли что-то. Вот здесь стояла еще такая вот. И что нам она нужна? Зачем? Зачем нам сюда пойти? Очень непонятные действия. Что здесь делать вообще? Смотреть. Давай конец. Я не знаю. Так, а сортировку мы сможем сделать с этой? Лорейня. Вот, можем. Мы на всех можем сортировать. Давай вот это отдадим вот этой. Которая больная, да? Да-да-да. Палку дадим вот этой. Вот. Или нет? Подождите. Щит на два удара. Вообще ей лучше щит, да, чем... Хорошо, дальше. Мы можем... Ого! Это что? А, да! А вот, ну, типоти. Давайте вот в этого стрельнем. Метнуть, это не убить. Мы метнем. Что делать-то? Хоть что-то сделаем.
Хоть что-то. Так. Машина дымится, то есть она, скорее всего, непригодна. Вперед мы уже не поедем, и мы не можем оттащить этого, по-моему, да? Урода никуда. Да, посмотрим, если конец хода будет. Все, конец. Все, конец, и я не вижу никакого... Я не вижу... Вот, начать уровень заново можно. Но подождите-ка, я не вижу никакого топлива. Мне не спрятано. А в прошлый раз было, где-то стояло, я помню. Но мне кажется, это была не та локация. Почему-то перенести нас не в туда. Здесь я не знаю, что делать в такой ситуации. Вернем привычно. Этот поднялся. Все, конец. Так, давай сортировку сделаем. Так, сортировка. Вот этой дадим палку. Пусть она добьет этого придурка, если она сможет, конечно. Так, сейчас, значит. Вот этого убить. Ага. Дальше. Но оттащить она все равно не может. Хорошо, еще раз сортировка. И ей мы дадим теперь... О, у нее два места тоже. Это хорошо. Так, а палку... Ой, я не тому дала. Не тому дала. Попробуем. Так, палка у нее есть. Палку дадим вот этой. Та пусть вообще без ничего постоит. Так вот. Что нам делать? Что нам делать? Дойти, смотреть. Что смотреть? Ага. Вот они никуда не могут пойти вот в этой ситуации вообще. Безвыигрышная. Давай попробуем поехать вперед, потому что они вот здесь заперты. Все. Машиной и вот этой вот все. Некуда идти. Попробуем сюда пойти. Может, можно будет обойти, либо оттащить что-то куда-то. Так, что оттащить? Она может пойти вот сюда. Ага, мы все-таки можем сбежать пешком. Так, давай отменим действие тогда. Ты мало можешь пройти, да? Давай тогда тащи куда-нибудь вот эту. Толкай. Хорошо. А что это будет у нас? То ли они жрут вот эти штуки, то ли что, я не сильно поняла. Так, ладно. Дальше. Вот это пойдет. Пойдет ли она сюда? Успеет ли она убежать? Мне кажется, не успеть. Там и делать нечего. Ни одна палка. Там уж, блин, туча целая. Тут плохо, что и вон еще вылазит. И вон. Ну, как прыщи, блин. И этот. Отсюда не выбраться. Реально говорю. Реально не выбраться живыми. Машина не едет. Топлива нету. Назад нельзя. Давайте будем прятать. Тут получается они... Так они тоже не проберутся? А, они через машину проберутся. Так, ладно, вот эту. Давай прятаться будем. Что еще делать-то пока что или что? И вот это. А это вообще некуда... А, она уже ходила. Хорошо, давай вот эту. А, она не берет эту штучку. А вот эту можно толкать. Что же с ней можно сделать? Они не зря даются. Они не зря даются, это точно. Вот эти монстры что-то с этими шляпками полосатыми делают. А что? Я не поняла. То ли он ее сожрал, то ли он оттолкнул в начале загрузки вот этой локации. То есть что? Да ну толкать. Мне непонятен пока смысл действий, я пока спрячусь сюда. Сейчас нам будет конец. Они не... О, они дерутся, да. Может, они между друг другом подерутся и все.
Они уже знают, что мы здесь. Да вы что? Куда нам деться-то? Чего-то я не знаю про эту игру. Явно. А теперь прятаться. Может, они друг с другом подерутся? Так, она может сбежать. Ну-ка, другие. Эти пока ничего не могут. А у нее в руке только по одна палка. Так себе ситуация. Давайте попробуем. То есть, если она придет сюда, она дубаснет один раз вот эту. Будем пробовать, что делать. Потому что, фу, да, и то есть ей конец, да, сейчас будет. Да, фу, это точно. Может, отмену? У нее на один удар. Но ее сейчас ранят. Надо пробовать. Если что, перезайдем уровень. Перепройдем. Просто там что стоять. Я не знаю. Они же пройдут. А вдруг они не пройдут? Вдруг они перебивают друг друга. Сбесятся и перебивают друг друга. Но с другой стороны, они могут и здесь появляться. Но я сейчас пока не видела ни разу, чтобы они здесь появлялись. Давайте... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас. Давайте вернемся обратно. И ничего, конец хода. Посмотрим, проберутся ли они сюда или нет. Да, они пробираются, и они все под ударом. Все ясно. Плохо. Плохо, конечно. Так, у нас есть у кого-то оружие. Можем два раза толкнуть. А, у кого палка? У этой палка. Но она не достает. У этой ничего. У этой может только сбежать. Ага. Ага. То есть только толкать. Давай. Оттолкнуть. То есть, ага. Вот так на раз. Ладно. Палка у кого? Так, палка у этой, и мы можем пойти сюда. Давай пробовать дубасить, что, раз они пробираются, тут уже. Так, это никуда уже не может пойти, это может пройти. Будем потихоньку уходить, короче, просто потихоньку валить. Все, у нас больше ходов нет. Да, все ясно. Ой-ой-ой-ой. А, они дерутся друг с другом, да. Может, не подорвутся сейчас все как-нибудь? Сами по себе. Так. Дубасить надо. Дубасить надо, атаковать, конечно. И бежать. Да не вопрос, постою рядом с этой тварью. Так, следующее. Идем сюда. Следующее. Этой такси можно сюда хотя бы. Конец. А, нет, да? А, мы еще можем пойти? А, дальше мы не можем. Я думал, на одну можем прячем. На одну мы не можем. Все, мы пришли куда смогли. Ай-яй-яй-яй-яй. Чего тебя друг друга не перебивали? Так, хорошо, ну как бы не очень. Вот эти двое могут свалить, да? Как конец хода? Нет, так нечестно. Вот это может сюда прийти, но ей опасно. Но у нее есть щит. Эти не могут пойти никуда. Странно. Да, далеко. Да, не будут. Так, это может, если отойти, например. Это может, да, туда пойти? Почему только двоих показывают?
нас вообще троих. Почему это не показывают? А, вот она типа на выходе. О май гад, о май гад, что делать? Будем пробовать, прям до последнего удара. Уф, все снова к этой дряни внутрь. Может ли она атаковать? Не может. Ну что, сейчас будет ранение. Ну, хотя бы раненый, может быть, нам удастся выбраться. Так. Ай-яй, хватит, все. Достаточно повылазили. Три ранитых женщины. Так, что, мы можем идти? А, она, по-моему, может только отсюда уходить. Давайте хотя бы сюда отойдем. Ну, похоже, мы не можем спасти Николь. Плохой план, чем такой план. Никакого плана, отмена действия. А почему мы не можем уйти? У нас же ход. Почему нам предлагают уйти? Мне предлагают, точнее. Почему? А, я тогда не говорила уйти, я сказала идти вместо уйти. Блин. Ну ладно. Сейчас нас убьют, короче, мы перейдем. Перепройдем. Помогите, спасите, все такое. Слишком их много стало появляться. Так, нечестно. Нет, я не хочу пройти заново. Ну давай. Приятного аппетита, спасибо. Это, по-моему, уже шестой раз, что мы спасаем эту девицу. Отсюда нам нужно взять канистру. Ты чё, канистру бери. Я говорю, канистру бери. Я тебе серьезно говорю, канистру бери, нам нужна канистра. Значит, отсюда бери канистру. Я говорю, да ё-моё. Извлечь топливо. Чё не сюда, в смысле? А куда? Там действительно. У нас так мало. Без пяти. Я хочу отсюда взять топливо и в ту машину в следующей локации влить. Возможно, она еще чуть-чуть на ходу, и мы, возможно, сможем ехать. Я, конечно, в этом не очень сильно уверена. Но попробовать стоит. Потому что такой вариант еще не пробовали. Мы не можем здесь ничего делать такого особенного. Так, у нее, значит, канистра и... еще раз. У нее канистра и это бутылка. Дальше. Кто там у нас еще? Да. Сортировка. У тебя бутыль еще одна есть. Палка лучше, чем бутыль, потому что у нее два удара. Так, все, давай иди туда, будешь отодвигать вот эти вещи. Так, а ты... А, все, да, конец хода? Да, конец хода.
Нет сухода. А, подождите, у меня остыл чаёк. 5 секунд. Так, у меня горяченький чаёк, продолжаем. Оверленд. Пробуем. Так, мы будем тащить, да? Давай тащить. Разрушить. Нет, тянуть. Нам нужны бутыли. Угу. Пойдем сюда, будем кидаться, потому что мы не проедем через щит. Дальше. Как оходят сюда? Нет, не раздолбить. Почему у меня вариант только раздолбить? Может взять щит сразу, но я не могу, потому что у меня рука занята. А, у меня рука занята, поэтому. Хорошо. Глик и глик. О, вот 3 из 5. Еще здесь. Все, мы все извлекли. Теперь давай вот это сюда. Пока что. И пойдем. Тащить вон то. Так, когда две руки заняты, она не хотела тащить. Ну ладно. Ну, она сама может? Да ладно. Я не знала. Первый раз такой. А я и не знала. Так. Давай. Идем. Угу. И мы можем еще ходить? Можем взять карту достопримечательности. Ну ладно, возьмем. Раз уж мы тут, как говорится. Хотя, блин, нам тут биться надо. Давай возьмем. Получится, используем. Не получится, используем. Вроде картами нам. Так, ты у нас пойдешь туда. Или что? А та третья? А, третья ничего, ничего. Блин, она все разбить хочет. Ты не можешь пота потянуть как-то, не разбивать? Где этого добивай тогда? Вот они, да уж. Так, дальше. У тебя что-то есть, да? Что-то есть. А, карта. О. Давай ты, дорогая, карту дашь... Вот этой мадаме. Потому... Это кто? Вы видели там чувака? Там чувак сидел. Там чувак сидел. Возле машины стал. Я аж сам перепугалась. Думал, что за... Как это... Призрак. Призрак 4-го игрока. Ну вот, не дарю. У нас только нормальный игровой процесс шел. Что у нас удачно, возможно, уедем без потерь, возможно, даже... Ну, уйдем пешком, зато с топливом. И тут, значит, у нас появляется призрак, и игра вылетает. Это плохо. Файл сохранения, да, конечно. Я ничего не знаю, я не знаю, А смысл как бы? Я даже не знаю, что у меня сохранилось где. Я давно не сохранялась. Не помню, там автоматическое или нет. Ну, на этом закончим. Следующую серию продолжим. Либо с этого же места, либо с того места, где сохранение было. Последнее, я уж не знаю, где оно. С этого же уровня должно, по идее, начаться. Я надеюсь, если там файлы все не похерились. Посмотрим.
Вот такие дела. Какая пирожуля. Ну все, всем пока. Смотрите в описании другие прохождения. Кавер-версии песен и так далее. Ну, другие игрушки. Одноразовые, многоразовые, многосерийные, односерийные, демо-версии. Все, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Пока-пока.